Всех приветствую, всем салам алейкум. Хочу обратиться в данном видео к неуважаемому лично мною недопрезиденту Токаеву Касым Жумарту. Токаев, блядь. То, что мы сегодня потеряли свое имущество, тысячи граждан Казахстана. Не только сегодня. Погибли дети на днях в Актобе и в Атырау, если не ошибаюсь. Потеряли кровь тысячи людей. Погибли домашние животные. И все это, Токаев, по твоей вине, гнида. Только по твоей вине. И по вине твоим опричникам. Как Жундубаев, Аксакалов, Нагаев и прочие гниль во власти. Акиматы, министерства и так далее. Именно вы, гниды, допустили все то, что произошло. Именно вы, твари конченые. Очень тяжело здесь не материться, но я постараюсь не материться. Обойдусь литературными словами. Вы со своей некомпетентностью, со своей бездарностью, импотентностью допустили то, что произошло. Какого ты называешься президентом? Ты не президент, ты не мой президент, ты мой враг, ты враг моего народа, Токаев. Тигр ты недоделанный. Сколько ты будешь кровь пить еще у нас, а? Гнида ты конченая, Токаев, бля. Зимой мы замерзаем, летом мы горим. Весной, видите ли мы, весну не ждем и внезапно тонем. Токаев, бля. Алло! Тигр, бля! Ты где, в Узбекистане, в Китае или у Путлера, блядь, на ковре? Ты где, Люди, сука, потеряли имущество, Дети, сука, утонули! Звоню в ТС, у них нету лодки с мотором, все в области. Вы не готовы ни разу, нигде, ни к чему. Токаев, бля, муланам, казвалам, сука, на, пристрели меня сейчас, на, без предупреждения, на поражение, бля. Гнида ты конченая, на. Отправь ко мне своих карателей, псов цепных, на, мусоров, сука, на. Пусть они делают свое дело, на. Но я от своих слов не откажусь, запытайте меня до смерти, сука, же. Ваши псы с Назарбаевым пытали меня в 17 лет в ВВС города Актау. Пытали кровожадно, нещадно и коварно. Угрожали, оказывали психологическое давление. Менты, доблестные, как там они называются у нас на родине? Полицейские, да? Которые охраняют, защищают власть имущих и их имущество. Так и есть. Но они клали на интересы простого народа. Так и есть. Я думаю, тут смысла спорить нету. Токаев, просто возьми то, что ты наворовал. Кутня тыгып, сука, кашкетчи ерденің.